на канале 1 плюс 1 состоится премьера 16-серийного комедийного детектива «Джек и Лондон», выход которого ожидается 15 ноября. В центре сюжета сериала молодой юрист Влад Шевчук. Он останавливается в шаге от своей мечты карьеры в лондонском суде, потому что не может избавиться от наваждения. Он заметил, что собака брата начинает с ним разговаривать. Владелец четвероногого, родной брат Влада Леонид, которого несправедливо посадили в тюрьму. Владу придется занять место брата в провинциальном отделении полиции, чтобы быстрее понять, кто именно и почему его подставил. Единственным союзником и помощником Влада будет пес Джек, с которым, как оказалось, даже есть о чем поговорить. Но не совесть ли на самом деле говорит с циничным карьеристом Владом? Главные роли в сериале исполнят Дмитрий Белякин, Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий и другие. Премьера 16-серийного комедийного детектива «Джек и Лондон» состоится 15 ноября на канале 1 плюс 1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.